Ферзя не взял. Почему? Не спортивно. Вы же зевнули. Дружочек, чемпионы ошибок не прощают. Ну вот теперь у тебя безнадежно. Как вы думаете, от чего Корчной так заиграл? Не вижу принципиальных изменений в его игре. По-моему, это старый добрый Виктор Львович. Я прошу политического убежища. Ничего себе добрый. Растерзал двух экс-чемпионов мира. Меня вытеснили из страны. Вы что хотите, чтобы это бесследно прошло? Играем на Филиппинах, в Багио. Это же черт знает где. В Тихом океане, на острове Люссо. На высоте 1500 метров над уровнем моря. Официально объявляю, что гроссмейстер Анатолий Карпов сыграет матч за звание чемпиона мира. Корону вот сюда. Положите домой. Сколько у нас времени? Месяца два, три. Что бы ни случилось, надо играть. Откажешься, предашь себя. Понимаешь? Ты ничего не видишь. Вокруг тебя живые люди, а не фигуры. Я хочу, чтобы вы не превращали шахматы в войну. Шахматы и есть война. Вы что, не знали? Мы должны пробивать его конек. Мы ошеломлять должны, а не на брюхе ползать. Мы работаем. Значит, вы плохо работаете. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь. Иначе я с вами по-другому расправлюсь. Вы не имеете права воздействовать на психику вашего противника. Хватит. Да? Я вас очень прошу, заканчивайте этот цирк. Что это за человек такой, Карпов? Я гроссмейстер, Ника. Я чемпион мира. Я не могу отвлекаться. Пойми меня, пожалуйста. И прости! Расставь фигуры на доске.